лучше. Нет, Дог Дэй? Во что превратилась наша комната? Это территория Кэтнэп. Ну ладно, значит, здесь территория Дог Дэй. А я пока перекушу. Мой вид. Объеденье. Тебе чего? Ты вся перепачкалась? Ой, и правда. Зато у меня появилась идея. От ложек отломаю ручку. И приклею к тарелке с помощью скотча. Обклею по кругу. А в центре закреплю зеркало. Великолепно! Оно будет идеально смотреться над комодом. Вау! Мне нравится! Какой любопытный шнурок! А если за него дернуть? Коврик? То, что мне нужно. Ну, дела. Мне тоже нужен коврик. Подвинься. Что это? Мне эти помпоны вообще не нужны. Не нужно так расстраиваться. Ты ничего не понимаешь. У меня есть идея. Я смастерю коврик из этих чудесных помпонов. Ты мне поможешь? Пожалуйста. Спасибо. За дело? Я сделаю коврик в форме головы Кэтнэпа. Отлично получилось. Осталось только вырезать по контуру, и коврик готов. Сестренка, это тебе. Иди. А коврик и правда великолепный. Время протереть пыль. А мой любимый торшер давно пора переставить в более подходящее место. Отлично. Это не торшер, а настоящее солнышко. Не оставлю ни пылинки. Любимый торшер, говоришь? Упс, упал. Вот неудача. А мне пора. Мой торшер! Нет, он испорчен. Пожалуйста, напиши в комментариях, кто это сделал. Спокойно, без паники. Я могу все исправить. Для начала мне понадобится план реставрации торшера. Здесь будут глазки, а здесь ушки. За дело. Приклеиваю глазки и носик помпон. Добавлю ротик и ушки. И торшер стал лучше прежнего. А теперь мне нужно отдохнуть. Песик хочет спать. Отлично, у меня как раз есть подходящая маска для сна. Я только немного ее подкрашу. Сестренка, с этой маской спать будет намного приятней. Спасибо, сладких снов. Спать. Из-за маски не видно ничего. Какой твердый пол. Ты только посмотри на себя. Что смешного? Сейчас узнаешь. Я в восторге. Вечно ты портишь все веселье. Теперь я совсем как Дог Дэй. Осталось только сменить цвет глаз. Замечательно. Встречайте, Дог Дэй. Что? А как же я? Я тоже нарисую себе маску. И надену Кэтнэп линзы. Поприветствуйте Кэтнэпа! Не получилось. В горле пересохло. Можно мне воды? Спасибо. А вот и снеки. Объеденье. Как вкусно. Кажется, я наелась. Но куда девать весь мусор? Лови, песик. Что? Сколько крышек от бутылок? У меня родилась идея. Склею крышечки между собой
И у меня появилась милая ведерко для мусора. Теперь можешь собрать весь мусор сюда. Не буду. Ну и ладно, мне несложно собрать самой. Это мой мусор. Я его тебе не отдам. Забирай свое ведро. Как хочешь. Для начала я отрежу все лишнее. И покрою пластик краской. Добавлю кошачьи ушки и гирлянда Кэтнэпа готова. Восхитительно. А я посажу в ведро семена. Что она там делает? Танцует и поет? Я этого не потерплю. К счастью, я всегда держу под подушкой средства от растений. Прощай, жизнерадостный цветочек. Нет, она все испортила. Нужен новый план. Ла-ла-ла-ла. Я просто выкопаю этот цветок и все. Ла-ла-ла-ла. Хватит! Сколько можно рушить мои планы? Паук тебя точно напугает. Он ужасный! Убирайся! Я ненавижу пауков! Сделай что-нибудь! Ладно, ладно, я сейчас. Держись, я его прогоню. Получай! Ауч! Прости, я не хотела. Ты в порядке? Я принесу бинт. Готово. Через неделю его можно снять. Хватит, я спать. Я знаю, что делать дальше. Этот стол слишком скучный. И я это исправлю. Алло, доставка? Я хочу сделать заказ. Ауч, голова. Это было быстро. Распаковка. Фиолетовый, то, что нужно. С одной стороны стол будет фиолетовый. А с другой желтый. Чудесно. Отрезаю все лишнее. И стол готов. Чуть не забыла про чайный сервиз. Сестренка, присоединяйся. Выпьем чаю вместе. Ладно, чай — это так скучно. Но я придумала кое-что интересное. Смотри, что там? Ничего не вижу. Я пошутила. Это просто кетчуп. Больше так не шути. Хватит с меня твоих пранков. Ты куда? Займусь украшением нашей комнаты. Ну уж нет. Я требую четкого разделения территории. Это половина моя. За ленту не заходить. Ну и ладно. И все равно получилось очень красиво. Какая необычная статуэтка. Упс. Моя любимая статуэтка. Такой не найти. Прости, я не хотела. Мне очень жаль. Пойду грустить в одиночестве. Что же делать? Придумала. Внимание, представление начинается. Не интересует. Ну ладно. Поприветствуйте мага и чародея Догдея. Нет. Начинаем представление. Абракадабра. Смотри внимательно. Обычное кресло превращается в фиолетовое кресло для Кэтнэпа. Иди сюда, или пропустишь все веселье. А это любопытно. Совсем немного. Тишина в зале. Начинается настоящая магия. Ассистент, помогай. Тяни, не стесняйся. Мне нравится этот фокус. Это еще не все. За мной. Украсим комнату вместе. С радостью. Мы это сделали. А нам не помешает переодеться. Согласна. Вот так намного лучше. Мы в игре. А где все? Я что-то слышу. Это она! Молчать! Сиди тихо в этом чулане, моя маленькая пленница. Ненавижу пауков. Я сказал, тише!
А это что? Прячемся! Скорее! Здесь слишком тесно вдвоем. Ну что, поиграем? Тук-тук, есть кто дома? О, мамочки! Зря напрягал когти. Здесь пусто. Но есть еще две коробки. Здесь точно кто-то есть. Раз, два, три, это точно будешь ты. Надо ей помочь. Что любят все кошки? Огонечек, ловлю, ловлю, не убегай. Куда ж ты, огонечек? Вы ответите за это. О, нет. О, да. В дело идет самый острый коготь. Пожалуйста, ребята, поставьте 2000 лайков этому видео, чтобы спасти меня. Умоляю. О, спасибо большое. Она моя. Фух, напрасно стараешься, мистер Газ. Что? В чем дело? Приветики. Проклятье! Она опять сбежала! Тише, это я! Вы мне надоели. Осталась одна коробка, и я не промахнусь. Тише! Что же мне с вами делать? О, придумал! Давай посмотрим. Двигай, двигай, двигай! Я тоже хочу посмотреть, что он делает. Вы не спрячетесь от меня. Это тебе. О, мне? Я просто обожаю подарки. Спасибо. Что там, что там? Мышь? Дай 5, близняшка. Этот раунд за нами. Кота нигде нет. Отлично. Посмотрим. О, мамочки, что тут происходит? О, нет, наша сестренка, помогите! Она моя! Что же нам делать? Давай спрячемся вон там. Пусти меня, я первая. Подожди. Я тебя не отпущу. Но только на минутку. Жди здесь. Сила единорога. Ах ты наглый, противный кот. Пошел прочь. Ты в порядке? Бежим. Ненавижу единорогов. Ты прячься за Хаги. Окей. Где же вы? Выходите. Но мы и попали. Упс. Где вы прячетесь? Здрасте. Пошел вон! Ты! Ты мне не соперник, синий! Только не меня, пожалуйста! Иди сюда! Я разделаюсь с тобой! Что? Уже можно выходить? О, нет, еще рано! Полежи в чулане, синий кусок меха! Мамочки, какой ужас! Что? Кот ушел? Фух! Эй, сестренка, выходи, все чисто. Кота здесь нет. О, вон туда. Ты прячься в шкафчик, а я за дерево. Нет, здесь меня видно. Куда же спрятаться? О! Вот здесь, за коробками. Отлично. План провалился. Упс, ну что же придумать? Куда теперь спрятаться? О-о-о. Он уже здесь. О, нет. Так, так, так. И кто же тут спрятался? Я иду искать. Где же ты? О, нет. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк. Не дайте мне упасть. О-о-о. Здесь никого. Ищем дальше. Фух. Фух. Спасибо, ребята. О, привет, песик. Хороший мальчик. Откуда ты здесь? О-оу.
там же кот. О, нет. Нет, 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 хороший песик, хороший. Не кусай меня. Стой, у меня есть кое-что для тебя. Нет, это не то, что ты подумал. Смотри, это собачий корм. Вкусняшка. Будешь? Лови. Пока-пока. Фух. Ауч. Опять? Ты молодец. Ну, хватит. Вентиляция, скорее. Нам не дотянуться. У кого-то слишком короткие руки. О, я придумала. Нам как раз нужны руки по длине. Отлично. Смотри, что у меня есть. Фух. О, полегче. Упс. Прости. И подвинься. Я все сделаю. Ну все, я лезу первой. Давай за мной, сестра. О, нет, кот очнулся. Ну все, я очень зол. Нет, 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 только не подходи, пожалуйста. Ха-ха, и кто теперь победитель? Все в моих руках. Упс. Ты моя. Ну уж нет. Фух. Ты не уползешь от меня. Нет, помогите, Кэролайн. Не отпускай меня. Держи. Нет. Нет, пожалуйста. Только не шипи на меня. Для тебя игра окончена. Осталась еще одна. Я уже иду за тобой, пупсик. Стоять, не уйдешь. Эй, куда же ты? Охота продолжается. Куда же дальше? Фух, я снова здесь. А это что? Водный пистолет мне пригодится. Отлично. О, нет. Этот кот снова здесь. Но я встречу его с достоинством. Эй, Китикэт, иди сюда. Ага, вот ты где. Тебе со мной не справиться. Но где же она? Остановись-то, котик. Оу, нет, нет, нет. Ауч, моя спина. Это мой шанс. Попробуй увернись. Сестренка, я уже бегу. Вода, вода, вода. Вот нужная дверь. Как жаль, что я не знаю код. Ребята, пожалуйста, помогите. Подскажите мне правильный код от замка. Очень прошу. Какой же код? Что это может быть? Мне нужна подсказка. О, это он? Спасибо огромное. Попробую. 18-18. Получилось! Я уже иду к тебе, сестренка. Сестренка? Где она? Хотела обдурить меня? Не выйдет. Смертельный снаряд. Кэролайн, пригнись. Ауч. Фух. О, нет. Пожалуйста, не надо. Нет. Помогите. Нет, умоляю, пощади нас. Нет. Что? Часы? Мне нужен второй шанс. О, теперь я готова. Получай. Нет. О, да, получилось. Сестрички, ты здесь. Юху, теперь мы свободны. О, смотрите, кто там? Ням-ням. О, нет, еще один. Бежим. Ням-ням. Вкусно. Звезда! Вы следующие. Надо ее спасти!
Тяни, сильнее. Ну, давай же. Где это мы? Моя голова. Мамочки, как страшно. Откройте двери. Где вы спрятались? Я вас найду. О, святые небеса! Нет, нет, нет! Только не найди меня! С какой коробки начать? Я голодный. О, нет! Тише! Что за волны? Я хочу есть. Одну минуту. У меня есть идея. Вот что мне нужно. Острое и смертельное оружие. О, духи-ниндзя, подайте мне знак. Значит, вот моя цель. Понятно. Интересно, они острые? Очень. Посмотрим, кто мне попался. Ням-ням. Как? Здесь никого нет? Меня обманули. Мне нужно составить дальнейший план. Думай, Наб-Наб, думай. Кто здесь? Ага, вам не спрятаться от меня. Мне нужно новое оружие. Мыльные пузыри. Какой грозный. И что ты нам сделаешь? Ты наполнишь нам пенную ванну. Какой смешной. Тише, сейчас я вам покажу. Громче всех смеется тот, кто смеется последним. Ну и лузер. Ты отправляйся в шкафчик, недоумок. Лузер. Нет, пожалуйста, не надо. Я не хочу. Хватит. О, мой бедный зубик. Ну все, я с вами разберусь. Мой острый меч. Ну что, кто из вас уйдет первый? Нет, только не я. Пожалуйста, не меня. Нет, прошу. Вселенная, подскажи, какую коробку мне выбрать? Желтую. Окей. Солнце, приготовься к своему закату. Что? Проклятие. Почему не получается? Ну все. Мне это надоело. Пусто. Какой ужас. Помоги мне. Где она? Опс. Ток-ток. Привет. Никого нет дома. Она там. Ага. Есть идея. Почему так тихо? Неужели он ушел? Все чисто. Фух. Девочки, выходите, он ушел. Хорошо. А, вот он, наверху. Где? На потолке? О, не может быть. А, это он. Нет. Фух, я жива. Где я? Это что, его желудок? Хорошо пообедали, да? Хочу еще. А, землетрясение! Кушать. Нужна добавка. Здесь прячется мой десерт. Как страшно. Фу, звезда, держи свои страхи при себе. Мне нужно оружие. Можно без рук? Минутку. Нет, это не то. О, вот то, что нужно. Фу! Ты бы хоть зубы почистил, приятель. Просто совет. Нужно что-то другое. Опять? Окей. Вот, держи. Что? Это воздушный шарик? Ну сколько это будет продолжаться? Мне нужно настоящее оружие. Не получишь. Ауч! Пираньи! Отлично! Оу,
опасные рыбки. За дело. Наконец-то. А, солнце, сделай что-нибудь. Ням-ням. Нет, нет, нет. Что? Где это мы? Мои глаза меня ослепили. Коварное солнце. Где же нам теперь спрятаться? О, да, новые коробки. Бежим. Где же вы, мои вкусняшки? Ты должен отстаивать свои личные границы, ты понял? Нет. Подожди, что у нас там происходит? Э? Не знал, что у меня есть подзорная труба. А где коробка для меня? Спасибо. Не подглядывай. А, я вас всех съем. О, нет. О, да. Проклятие. Здесь снова пусто. О, бензопила. Это мне пригодится. Как щекотно. Прекрати, ну хватит. Продолжим охоту. Теперь ты не уйдешь. Ты такой галантный кавалер. Ауч. Выходи, зеленая мордашка. Я тебя нашел. Ладно. Я тебя съем. Подожди. Давай сначала сыграем в игру. Окей. Раз, два, три. Я выиграл. И я тебя съем. Стоп. А давай потанцуем. Что? Сыграем в джаз-дэнс? Мне повезло. Ведь я король танцпола. Настоящий чемпион. О-оу. Смотри и учись. Ну, я пойду. Та-дам! Игрок уровня бог. И я тебя съем. Упс. Что? Где я? Приветик. Привет, подружка. Я так рада, что мы вместе. О, нет. Что это? Осталась всего одна. О, нет. Настал твой черед, солнце. Дайте мне оружие. Минуточку. А, моя голова. Нет, это слишком позорно. Дайте мне другое оружие. Ага, динамит. Хотя... Нет, лучше передвинь его поближе. Окей. Нет, еще поближе. А, хорошо. О-оу. Нет, действуем в рукопашную. О, нет. А, я! С тобой все в порядке? Давай, отличный удар, молодец! Фух! Что? Там пусто? Где она? Ага, вот ты! Упс! Теперь не сбежишь, ням-ням! Где это я? Солнце, привет! Смотри аккуратнее, не наступи в кислоту, это опасно! Фу, гадость! Как же отсюда выбраться? Эй, вернись! Ребята, пожалуйста, помогите нам! Поставьте лайки этому видео, чтобы магия сработала! Да, получается! Спасибо вам! Но этого мало! Девчонки, давайте все вместе! Мы с тобой, солнце! Что-то начинается! Помогите! У нас получилось! Опять вы? Мы будем с тобой драться, Нап-Нап! Я очень голодный!
Держись, Луна! Нет! Я тебя не отпущу! Это только разминка! Теперь наш ход, девочки! Все вместе! Я ничего не вижу! Давай, Луна! Немного лунной пыли! И свет звезды! О, нет! А? Фу! Это все, что от него осталось. О, у тебя тут что-то на лице. Вот, взгляни в зеркало. Что с моей кожей? Гигантские прыщи, грязные волосы. Какой кошмар! С меня хватит. Что же делать? Таинственная жижа закончилась? Отлично, можно открывать. Есть идея. Лучше не притрагивайся к этой ручке. Ауч, моя рука. Как больно. Ненавижу занозы. Нужно поскорее от них избавиться. Мои бедные пальчики. И моя одежда. Кошмар. Как я здесь оказалась? Это все Луна виновата. Не на ту напала. Солнце постоит за себя. Для начала нужно сменить платье. А вот и чистая одежда. Ну что ж, мне подходит. Теперь нужно избавиться от этих гигантских прыщемонстров. Фу, какая гадость. Теперь чисто. Где же ты, моя любовь? Солнце пропало. Эй, Хьюи, лови! Нет, пожалуйста, не надо! Я спасу ее! Тебе нужна девчонка? Ха, лузер! Она моя! Не так быстро! Игра окончена! Эй, красотка, как дела? Прекрасно. Моя голова. Лузер! Не отвлекайтесь от меня. Наконец-то прыщи ушли. Но остались эти красные следы. Патчи от прыщей? Вы хотите мне помочь? О, да, это то, что нужно. О-о-о, слишком горячо, слишком горячо. Снимите это быстрее. Все следы от прыщей сгорели на солнце. Великолепно. Что ждет меня дальше? О, да, маска для лица. Добавим приятный массаж. Моя кожа такая расслабленная. Вау! Прекрасно! Эй, ты! Оу, привет, бедняжка! Ты ищешь девушку солнце? Я помогу тебе! Смотри на его рюкзак! Этот парень – вылитый похититель! Твое солнце точно у него! Разберись с ним! Спасибо за помощь! Эй, ты! Странный парень! Проклятье! Он сбежал! Не расстраивайся! Ты найдешь ее! Что она там делает? Кожа чистая, теперь можно заняться макияжем. Сначала нанесу тональный крем. Проклятие! У нее все получается, но я это исправлю. Добавим перчинку в ее тональное средство. Мамочки, мое лицо пылает. Нужно все срочно смыть. Поскорее. Фух, пожар ликвидирован. Ты уволен, тональник. А ты, новый тональный крем, тоже предатель? Вроде нет. Окей, поехали.
тон, скулы, стрелки и яркий солнечный макияж. Где же она? Успокойся, не плачь. Ты ее скоро найдешь. Я знаю, где солнце. За этой дверью. Правда? Да, конечно. Ведь это женский туалет. Что ты себе позволяешь, нахал? Что это было? Опс, ошибочка вышла. Что же мне надеть? О, я вижу подходящую ткань. Сейчас я что-нибудь придумаю. Это будет платье. Интересно, подходи ближе. О, да, надо примерить. Нет, чего-то не хватает. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, чтобы добавить к этому платью еще что-нибудь. Вау! Спасибо, все получилось. Вы лучше всех, ребята. Что же делать? Где же тебя искать? Ну что ты опять плачешь? Не трогай меня. Я иду в полицию. О, я иду с тобой. Помогу нести фото. Солнце моя лучшая подружечка. Я так ее люблю. Идем. Для начала нужно разбудить офицера. А? Кто здесь? Офицер, мы хотим заявить о пропаже солнца. Вы должны ее найти. Ага, я сделаю фоторобот. Подождите, я вам ее опишу. Похоже на меня с усами, только страшненько. У нее запах изо рта и грязные зубы. Что? Так и запишем. Похоже на солнце, да? Да. Нет. Отличный портрет. За работу! Люблю работать с профессионалами. Очки от солнца забыла. Идем отсюда. Прекрасно. Я готова к выходу. Ауч, моя голова! Ты подставила меня в платье. Мне нужен пояс. Здесь есть пергамент. И термоклей. Сгодится. Вау! Получилось просто прекрасно. Теперь осталось его покрасить в золотой цвет. Великолепно! Мой новый пояс готов. Пересохло в горле. А вот и напиток. Трубочка. Это можно использовать. Мне нужно больше трубочек. Прекрасно. Порежем их все на кусочки. Отлично. Теперь соединим их ниткой в ожерелье. И покрасим в золотистый цвет. Вау, мое колье из трубочек готово. Картонная втулка. Ты тоже можешь мне пригодиться. Нужно сделать разрез. И нарисовать термоклеем мой солнечный знак. И, конечно же, покрасить в мой фирменный цвет. Вау! Идеальный и простой браслет готов. А еще лучше два браслета. Вау, как они мне нравятся. А что же делать с моей прической? Ничего не вижу. Нужна подзорная труба. О, труба, очень кстати. Вот ты и поможешь мне сделать прическу. Нужно немного нагреть этот гаджет. Вау, роскошные локоны готовы. Ну все. Я готова к финальной битве на конкурсе королевы колледжа. Меня ничто не остановит, кроме двери. Упс. Постой здесь. Что же мне делать?
Я знаю. Мы на месте. Вау, мне здесь так нравится. Привет. С розовым прибором. Добро пожаловать. Нет. Я тебя держу. О, спасибо. Ты такой милый. Что здесь происходит? Моя спина. Я случайно. Она уронила ключ. Четвертая комната. Мы соседки. Кого-то ждет сюрприз. Ай, нога разболелась. Понеси меня. Держись. Милая, ты в порядке? Моя голова. Присядь, я сейчас. Вот, попей сока. Тебе станет лучше. Лучше не становится. Не расстраивайся, все будет хорошо. Я на месте, с чего начать? Идея. Не зря я хранила эти кубики Лего. Теперь ваше место под одеялом соседки. Одного Лего маловато. Что бы еще придумать? Ну, конечно, банановая кожура. Она достаточно скользкая. Еще парочка бананов. Фух, вот теперь достаточно. Я знаю, как тебе помочь. Нужно перевязать ушибленную ногу. Я сейчас. Это несложно. Я видел ролик на Ютубе. А здесь болит? Ауч! Ясно. Этого недостаточно. Нужно довести дело до конца. Что это я? Эй, ты зачем меня забинтовал? Сними это. Я хотел как лучше, прости. Я знаю, и ты прости. О нет, я должна идти. Мне нужно найти свою комнату. Где же ключ? Куда он подевался? А, дверь открыта. Вот удача. Пока. Пока. Не забудь чемодан. Какой тяжелый. Прости. Окей. Пока. Поцелуй на прощание. Мне пора. До встречи. Привет, новая соседка. Привет, привет. Сейчас будет весело. О, бегаю. Захватывающее зрелище. Ребята, поставьте лайк, не дайте мне упасть. Да, спасибо. Фух, нужно быть осторожнее. Ты в порядке? Такой стресс. Присядь, отдохни. Почему в моей кровати Лего? Не представляю. Вот, поешь попкорн. С ним все в порядке, не волнуйся. Ну ладно. А, там рука! Какая она смешная. Спасите. Ой, это снова ты. Привет, приятный сюрприз. Как вы меня бесите. Вот вам. Ай. А? С меня хватит. Постой! Не сердись, я принес тебе букет. Проваливай! Все пошло не так. Я тебе устрою веселую жизнь. Я знаю, с чего начать. Милые кроссовочки были. Пока кто-то не залил в них вонючий слайм. Сделано. Забыла про Лего. Нужно расчистить место. Посмотрим, что в чемодане. Фотография. Гадость. Сколько жутких радужных вещей. Так и хочется разорвать все в клочья. Сил не хватает. Значит, разрежу. Как
такие модные дыры. Славный плакат. Прощай. Она, должно быть, пошла в магазин. Вот там я ее и найду. Что же выбрать? Киндер-сюрприз, мой любимый. Значит, шоколадное яйцо. Вам чего? Ничего. Пока. У меня родилась гениальная идея. Настоящее яйцо окунаю в шоколад. Подожду, пока застынет. А теперь оберну яйцо в фольгу от настоящего киндера. О, я гений злодейства. Подмена прошла успешно. Достаточно. И касса освободилась. У вас ус отклеился. Спасибо, так неловко. Ваши покупки. Спасибо. Приходите к нам еще, пока. Как я выгляжу? Прическа идеальна. А теперь брови. Отлично. Парфюм, перед которым не устоит ни одна девушка. Ой, ну и запах. Вот так намного лучше. Я готов? Почти. Снова шнурок развязался. О, да, самое время подложить бомбочку. Сделано. Я готов. Есть кто-нибудь? Кажется, опасности нет. О, нет. Что она сделала с моими вещами? Хорошо, что у меня есть любимое лакомство. Оно поднимает мне настроение. Мой любимый киндер. Фу, гадость. Это совсем не тот сюрприз. Теперь придется переодеваться. Это подойдет. О нет, вся моя одежда испорчена. И моя мечта, новенький велосипед. Попробую спасти плакат. Хоть что-то. Время, я опаздываю на занятие. Быстро я переобуюсь и вперед. О нет, гадость. Но переодеваться нет времени. Ну, а я не растерялась. Меня вообще трудно вывести из себя. Ты меня слушаешь? Ага. Привет. Ну и вид. Бедняжка. Привет. Это тебе. Хьюи, спасибо тебе. А где мой подарок? Вот, держи. Бита. То, что нужно. Подержи. Активировать бомбу. Это ты. Ты во всем виновата. Отдай мне пульт немедленно. Больше ты его не получишь. Что? Это был ты? Это он. Нет, ты не так поняла. Я ухожу. Вызываю тебя на поединок. Танцевальный. Вызов принят. Я король танцпола. Поехали. Ритм – мое второе имя. Смотри и учись. Да, парень, это впечатляет. А теперь за дело берется профессионал. Свет, музыка, погнали! И пусть зрители решат исход поединка. Ставь лайк, если понравился мой танец. Напиши в комментариях, что голосуешь за меня. И победитель... Эд! Да мне все равно. Букет забирай себе. Да, я выиграл. Где же ты? Здесь?
пожалуйста, не плачь. Убирайся, видеть тебя не хочу. Постой, что же делать? Велосипед, вот о чем она мечтает. Я подарю ей этот велосипед. Что? $700? А у меня есть только доллар. Я должен заработать еще 699. Пиццу заказывали? А? Да. Это ты? А деньги? Эй, ребята, пожалуйста, поставьте лайки, помогите мне собрать деньги. Спасибо. У меня получилось. Надеюсь, велосипед ее обрадует. Я лучший танцор. А это что? Велосипед. Всегда мечтал на таком прокатиться. Юху! Не верю своим глазам. Велосипед? Для меня? Ну да, для тебя. Нет, все пропало. И цветы. Спасибо тебе. Хочешь прокатиться? Конечно. Я помогу. Я не очень умею кататься. Я тебя научу. Поехали. Не выходит. А это что? Здесь записка. Этот подарок для тебя с любовью, Эд. Опс. Ты меня обманул. Мне здесь делать нечего. Эд, подожди. Я еду к тебе. Да, у меня получается.